При взгляде на большую картину Рембрандта, длина 167, высота 122 сантиметра, возникает мысль, что изображенная на ней пара не случайные посторонние заказчики, что они были близки художнику и дороги ему. Персонажи этой картины вызывают разногласия среди исследователей. Делаются попытки найти библейские аналоги. Героями картины называют Исаака и Ревеку, Якова и Рахиль, Боза и Руфь, Товия и Сару. У Рембрандта они дышат чистотой и целомудрием. Справа от оси картины Рембрандт живописует обращенную к нам лицом молодую девушку, наивную, чистую и невинную, к которой слева приблизился одетый в богатые восточные одежды, отливающие золотом мужчина, чем-то очень похожий на Рембрандта и на Титуса, но цветущий, молодой и красивый. Он трепетно наклонился к героине и, говоря ей о своей любви и будущем материнстве, обнял ее левой рукой за плечи, а правую в широком сверкающем рукаве, робким, благоговейным жестом положил на красное платье, чуть коснувшись юной груди, скрытой под ажурно-золотым свадебным покровом. Девушка, которой смутно угадываются преображенные кистью черты Магдалины Ван Лоу, кончиками пальцев левой руки, положенных на грудь, прикасается к пальцам возлюбленного. Не глядя друг на друга, влюбленные как бы прислушиваются к звучащим в них внутренним голосам. Их движения воплощают один из самых целомудренных, правдивых и прекрасных жестов в живописи. Но эти чувства, которые находят такое сдержанное, почти робкое выражение в их тихих, как бы завороженных жестах, с могучей страстностью вырываются наружу в бурной оргии красок, разбушевавшейся на поверхности картины. Любовники на этой картине, загадочно названной «Еврейская невеста», украшены всей роскошью золота, бархата и шелка, образующий контраст с задушевным характером сцены, тем ярче подчеркивающий страсть к феерии и химерам, не угасавшую в сердце Рембрандта. Невозможно передать словами ни тысячи оттенков золотисто-желтого и бронзово-зеленого в одежде мужчины, не пламенеющего красного в девичьем платье, не рассыпанных бисером золотых украшений на груди, руках и ушах девушки, не то фантастическое мастерство красочной кладки, которое заставляет эти оттенки и блестки мерцать и переливаться и превращает их в трепетное пламя эмоций. Фигуры мужчины слева и девушки справа почти лишены движения. Широкими застывшими массами они стоят на первом плане, тесно соприкасаясь друг с другом. Край рамы отрезает фигуры ниже колен, скрытых пышными одеждами, и кажется, что с внутренней стороны он прикасается к роскошному наряду невесты. Зритель воспринимает амстердамскую чету в самой непосредственной, осязательной близости. Выпуклые пастозные мазки необыкновенно усиливают эмоциональное впечатление от картины. И в то же время, благодаря мерцанию красок и расплывчатости контуров, они кажутся неуловимыми, витающими в загадочном пространстве, словно образы мечты или сновидений. И такая же ощутимость поверхности и невесомости объема характерна для окружения фигур, где в полумраке на заднем плане мы скорее угадываем, чем точно видим, очертания архитектуры и листвы, а справа в глубине цветущего куста в вазе. Но именно это сочетание ощутимости и неуловимости
и создает впечатление непрерывно действующей, одухотворенной жизненной силы, излучаемой картины. Совершенно несомненно, что Рембрандт хотел написать не парный портрет, не библейскую легенду, а картину о высокой человечности супружеской любви. Но нужно подчеркнуть и другое. При всей ликующей мажорности колорита, в самом контрасте между напряженной застылостью и скованностью фигур и бурным пиршеством красочной поверхности есть какой-то тревожный оттенок трагического предчувствия.